Но тот турнир, который мы с вами провели, я думаю, что он у каждого из вас останется в памяти. И мы приступаем к награждению. Мы награждаем сначала участников. Третье место в первенстве Владимирской области среди юношей, среди команд 2004-2005 года рождения заняла команда «Пайто». Команда награждается памятным кубком. Игроки награждаются грамотами и памятными медалями. Награждение производит член президиума Владимирской областной федерации. Завуч школы Дюшов, заседатель Николай Константинович и Гарри Михайлович Агнесов. Давайте еще раз поблагодарим участников. Второе место в этом турнире заняла команда «Золотого города» Александра. Игроки награждаются памятными медалями и кубками. Дипломами. Победу в первенстве Владимирской области в сезоне 2014 года среди юношей 2004-2005 года рождения одержала команда «Украина». Федерации футбола, заседатели Николая Константиновича и Гарри Михайловича Гнездя. Он комитет турнира определил лауреатов.
лучших игроков турнира. Лучшим вратарем признан Алимов Камиль, команда «Хаутон». Защитником турнира призван Веденеев Максим, команда «Сушо». Лучшим защитником турнира призван Лутов Алексей, команда «Сушо». Было победа. Давайте поздравим всем победителям. Лучшим нападающим турнира признан Назаров Сергей, команда «Дрим Тим». Лучшим тренером турнира признан Гуреев Юрий Иванович, команда команд юноши, победителей призеров 2003 и 2002 годов рождения. Третье место в турнире заняла команда «Хаутон» города Александра. Команда награждается памятным кубком, игроки медалями и памятным дипломами. Заняла команда «Сушами». Давайте поздравим, ребят. Игроки награждаются памятными дипломами и медалями.
и отбор турнира. Лучшим вратарем команды «Рангая» партийной команды «Рангая» Лучшим полузащитником турнира стал Табаков Иван, команда «Кулебанка». Лучшим тренером турнира стал Варламов Игорь Валентинович, команды «Кусок» для Владимира. Игорь Валентинович, сюда приглашаю. Поздравляем участники! Поздравляем!